Офигеть, она еще закрывается. Она закрывается. Убежище. Да. О, это все ящики с противогазами. Вы смотрите, друзья. Вот это да. Охренеть. Вот это да. Прикиньте, сколько денег здесь просто зарыто. Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуф Макфлэм. Я сегодня Илюха ведет в бомбоубежище, хотя он привел меня вот сюда, к заводу, к брошенному. И я не вижу никакого бомбоубежища, в общем, давайте разбираться. Так, торговый центр, чтобы вы понимали. Ну и здесь какая-то типа парковка, я не знаю, охрана. Я не знаю, где здесь может быть вход в бомбоубежище, но этот человек как-то уверенно прет. Вот это чей-то гараж, Илюх, это... Закрыто. Ну, хватит. Блин, мы сейчас просто в чей-то сарай зайдем, короче, и это не бомбоубежище. Ты понимаешь, это просто улица? Это просто улица, да. Вот трамвайные пути и вот торговый центр. Вон люди ходят в торговом центре в Пятерочке. Просто закрыто, то есть вот так. Ну, да ладно. Офигеть. Короче, друзья. Очуметь. И что, прям вот так с улицы это все легко и просто? Да, просто на пробовочке такой. Класс. Прям, слушай, тут тепло. Это настоящий бомбоубежище. Ну да. Прикол. Тут, я надеюсь, гробов нету. Ты меня в тот раз затащил, в котором гроб стоял. Нет, тут гробов. Но мы не очень глубоко. Что тут, 5 метров, наверное. Нет, не глубоко, но она хорошо усиленная. Ну да. А ну подожди, вот сейчас же реконструируют. Мы идем туда. То есть ты понял, то есть. А, мы в той. Слушай, это то, которое с гробом, только мы да, с другой стороны. Мы просто не зашли тогда, как раз, помнишь. Там только закрыто, а здесь вот стоит. Офигеть. Ну тут гермодвери стояли, да. Дверь, а, все, на металл вытащили. Да. Прикол. Погоди, сейчас же реконструируют бомбоубежище, их готовят. Вы об этом что, забыли, что ли? Про это, мне кажется, не знают. Блин, как не знают? Это с улицы вход. Вот, просто вот это. Да, прикол. Это просто какие-то вот это... Это ящики какие-то были. Лежанки. А, лежанки? Да, вот на чём, потому что люди спать. Какие-то, я не знаю, как можно... Нары. Лавки какие-то. Здесь дизель. Генератор стоит? Ну, все, что не смогли снизить. А, точняк, смотри, генератор стоит, короче. Да, да, да. Ты, ну, чуть-чуть уже сам. Так, друзья, кто знает, от чего двигло, напишите в комментариях. Ну и вот тут этот, алюминий-то подсперли. Техническая вода. Но здесь обустроено, на самом деле, надолго. Смотри, покажу. Это ладно? Я даже не знаю, что это такое. Ну, это тоже какая-то вентиляционная. Да, 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 да. Здесь сделан нормальный туалет. Так, ничего интересного. Раковины валяются. Это вот. То есть, это туалет. А, это туалеты, я да, понял. Делают на то надолго. Ага. А как ты узнал? Вот там писсуары. А, ничего себе, даже писсуары в бомбоубежище. Ну, внизу, да, стемность для отходов, видишь? Ну, да. Не знаю, как там это подходило сюда. Ну, как принудительно в канализацию городскую, наверное, сливалось. Тут насосы стояли. Да, капитально. Прикол. А оно большое? Да хватит, я уже вот в этих помещениях, в которых мы находимся, тут больше, мне кажется, можно засунуть. И тут относительно сухо. А, это аварийный выход, да, мы как раз, где гробы, это где-то там вход был. Склады какие-то. Кислородные это, Илюх. Тут, наверное, были баллоны. Вот, это фильтрационные. Забор вот. Тут, кстати, холодно. Ну, потому что здесь, видимо,
Здесь тяга идет какая-то, да. Угу. Тут тоже какой-то генератор стоял, видишь, он на пружинах. Но тут мотор какой-то стоял, который воздух гонял. Это вибер-подушка. Ну да, да, да. А, тут еще сколько мест. А, это все лежанки. Ну, нары, я понял, лежанки, да. Ух, нифига себе. Вот такой запах прелый, короче. Лежанками подперли, чтобы труба не свалилась. Или труба свалилась. А вот гермодверь номер 2. А, тут лестница наверх уходит, да? О, смотри. Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Ну, это понятно. Подожди, а это вход, мы сейчас в завод уйдем, да? Мы не уйдем, там заблокировано сверху, я уже. Ну, там зашито. А, да, я понял. Да. А ну это со стороны завода, короче. Да, нет, возможно... Офигеть, она еще закрывается. Она закрывается, и тут одна из дверей, она двигается даже. Нет, другая. Убежище, да. Посмотришь, как тут дверь, решетка. Дверь, решетка, еще дверь. Ну, как бы, букерная зона. Ну да, типа шлюзовая какая-то. Ну, это все входы, я понял. Да, да, да. Там тоже механизм все идет туда. Угу. А вот этот шлюз, из них шевелился, помните? Ого, еще двери. Типа тут штаб находился, тут всякие плакатики, я прошлый раз рассматривал. Можешь посмотреть плакатку. Расставлял, да. Первоочередные мероприятия. Эвакуация мероприятий. Прикольно. Ну да, это типа красного уголка. О, здесь вот начальник штаба. Ага. Это типа офис, контора. Здесь ну, кроме этой рамки, мне постараюсь сводить. Там вода? Ага. Прикол. Стой. Тихо. Опять вход какой-то? Нет, ну просто да, кабинетики. Тоже плакаты. Знаешь, что это такое? Вот эти коды. Что это? А, это играл кто-то, да? НК, да. Блин, да ну в жопу вообще, прикинь. Друзья, вы представляете себе вот бегать по такой штуке и играть в какие-то развлекухи? Да ну. Чтобы вы понимали, мне сейчас, ну мягко говоря, некомфортно. Просто у меня есть, конечно, помещение для хранения продуктов, ага. Тихо. Тихо, сейчас нас током убьет. Ага. Блин, тут воды много. Ну как, ну, хорошо, как могу нормально с тобой. Да, а с той стороны завод. Ага. Пойдем дальше. Вот, кстати, видишь, это реакция. Противогазы. Да. Ну сейчас их там будет намного больше. Смотри. А это вот что, подожди. Вот это, кстати, не понял, что это. Что это такое? Друзья, кто знает, что это? Резиновый какой-то. Что-то от химзащиты, наверное. Ух, нифига, глянь, сколько противогазов. Подожди. Подожди. О, это все ящики с противогазами. Зарёдные уже ящики, да. Очуметь вообще. Пойдёшь, да. Вы смотрите, друзья. Вот это да. Вот они, этот вот, то же самое. Это какой-то, типа, спасатель. А, какое-то устройство. Какое-то устройство для дыхания. Автономного.
Это, мне кажется, где-то на шахтах такие применяются. Да, они прям все, смотрите, новые. Ну как новые? Очень-очень-очень-очень много. Если пошарить по ящикам, можно найти, может, какие-то под сумок. Ну, под сумок, да. А, вот эти вот штуки. Во, это из детства, это в кабинете НВП валялись. Линзы противозапотевательные. Да, я не знаю. Да, там пленочки такие, они должны в противогаз вставляться. Что, не было такого? Слушай, я не знал. Возьми с собой, откроешь, потом увидишь. Там пластинки такие, и они переложены бумажкой. Так, друзья, я прошу прощения, кстати, за качество съемки. Понять дело, что тут темень страшная. Но... Ага. Туалет еще один. Ящики, да. А, это бинты. Бинты, бинты. Ну вот он, запечатанные. Ну, я понял. Да. Нархоз. Даты нету. Это все бинты, короче. Да, ну понятно. Просто непонятно, почему сейчас это все не восстанавливают. Это очень странно. Ну, грубо говоря, то есть сейчас тут прийти просто мусор выкинуть, и у тебя готовое, теплое электричество затянуть. Мусор выкинуть, ночной. Да, ночной клуб, скорее всего, да. Просто с колоссальными площадями вообще. О, что это? А, это терминатор. О, блин, у меня такая в детстве дом висела. О, ай, блин, она рассыпается. Класс. Вот это реально прям кусок ностальгии, я сейчас. Кто бы мог подумать, да, что я такой кусок ностальгии хапану в бомбоубежище. Охренеть. Вот это да. Прикиньте, сколько денег здесь просто зарыто. Ну да, да, здесь прям надолго. Здесь прям все очень четко обустроено. Это как из фильма ужасов. Ну, тут на самом деле сегодня все как из фильма ужасов. Подожди, а что это? Это плитка? Ох, нифига себе. Как ты говоришь подписчикам, ребята, кому нужно... Да, друзья, кому нужно, говорите. Приезжайте. Качественная керамическая плитка, очень приезжайте, много. Приезжайте. Сами только полезете, да. Мы не пойдем. Аварийный выход. Во, да, все это наше. Так, друзья, слушайте, ну надо лайк поставить, мне кажется. А туда дальше. А, мы оттуда пришли. Мы шли по этому коридору, да. О, тут уже город. Уже гор, да, да, здесь надо кино снимать. Блин. Давай, это круто. Что тут? Да, друзья, все, давайте, ставьте лайки, вот такие. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Миклуха Маклай, Илюха меня сегодня удивил, честно. Главное, чтобы сейчас там не было закрыто. Сейчас кто-нибудь проводок накинет, и все. И мы тут останемся с тобой жить. Так, я с вами прощаюсь, друзья. Пока-пока. Подписывайтесь.